Итак, всех снова приветствую, и я немножко разгрузил инвентарь. О, забавно, нужно поставить. Так, ну, не знаю, этого хватит, не хватит. Слушайте, это, наверное, не хватит этого, кстати. Ой, нужно же еще зарядиться. Сейчас заряжусь. В общем, сейчас мы пойдем убивать Дуриэля. Я надеюсь, нам хватит времени, но просто, я не знаю, лучше сейчас снять серию, чем потом ее снимать. Потому что мне уже просто нечего делать в этом городе. И также я надел новый комплект, типа сокровища графини. Очень неплохой комплект. Почему я его надел? Да потому что в прошлом комплекте, вы помните, было тоже плюс 3 ко всем навыкам. А здесь еще плюс 40% к скорости наложения заклинаний, еще плюс 10 типа к регенерации здоровья, регенерация маны, бонус, все сопротивления по 50%. Типа золото от монстров дополнительно, Magic Find дается. В общем, это вообще жесть такая, 41 к силе, и это одно чего стоит. То есть одна эта фигня очень многого стоит, один этот бонус. Защита плюс 100%, ну, я так понял, это вся полностью защита наша. Еще плюс 20%, плюс 20% быстрое блокирование, типа. Ну и к здоровью и к мане бонус, это просто вот, ну, я не знаю. По сравнению с теми даже кольцами, да, они синенькие, то есть их можно улучшать, но в остальном они проигрывают. В общем, давайте посмотрим, куда нам там надо идти. И, в общем-то, так, 2, 3. Теперь, значит, о, сразу 2 выполнил. Опять кружочек. Я помню, у нас когда-то кружочек был символом нужным. Так, ладно, пойдем отсюда. Квадратик. Не тот. Полмесяц. Не тот. Вот кружочек. Блин, эта серия будет довольно мало длительной, скажем так. Но здесь я-то очищу, наверное, все. Не могу оставлять здесь все загаженным. Так. Мне бы еще какую-нибудь супер броньку для моего спутника найти. Но боюсь, для этого нужно будет фармить. А то та на 1000 брони, она ему не подходит почему-то. Не знаете почему. Кстати, а какие у него резисты? Серьезно, всего лишь типа 39? Ну хотя, может быть, позже будет больше. Все-таки еще не 90 левел у него. Но все же мне нужно ему тоже крафтовую броню собственноручно сделать. Смотрите, просто одно удовольствие так играть. Вообще никаких проблем с врагами. Не то, что когда я с Magic Find'ом бегаю. Ну, впрочем, я все равно буду с Magic Find'ом бегать. Но я уже, наверное, сделаю себе какую-то компромиссную броню, в которой можно и нормально врагов убивать, и Magic Find не будет страдать. Так. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Так. О, блин, жесть какая-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Shift 1. Пополним-ка ему здоровье. Ой, иммунитет к молнии. Это очень плохо. Это очень-очень плохо. Вот этих товарищей тоже нужно всех поубивать. Так, чё-то меня, наверное, плохо слышно. Простите, если вы слышите, как я сейчас поправляю микрофон. А я знаю, что вы это любите слышать. Так. Так, так, так.
Теперь здесь всех убиваем. А они, кстати, видите, тоже все устойчивые к магии. Я вот не понимаю, то есть даже в оригинальной Diablo вот один там какая-то, по-моему, 1.13, ну вот это вот последняя, ну или предпоследняя. Сейчас вроде уже 1.14 есть. Не понимаю, какие там изменения, конечно, произошли, но тем не менее. В общем, в 1.14 даже нету, короче, большого количества этих мобов, которые, короче, от иммунитет к магии у которых. То есть здесь вот этот вот паладин, который... ну, как он называется? Хаммердин. Он нифига не сможет здесь сделать. Потому что его хаммеры не будут наносить здесь никакого урона. Ну, с одной стороны, это делает, то есть, скажем так, появляется смысл качать паладина Зиота, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, есть и проблемы. То есть, все-таки Зиота прокачать сложнее, и он не такой уж и эффективный. Хаммердин гораздо эффективнее всегда был. Так, 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 пожалуй, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Так, Хризакова, руда. О, сколько тут с этими, с отверстиями. Я люблю шмотки с отверстиями. Главное не сказать слово с дырками. О, драгоценный камень. Да тут много чего интересного. Так, смотрим. Три отверстия, но это, в общем-то, 66 брони, это фигня. Это вообще фигня. Это тоже фигня с одним отверстием. Так, вот руда... А, нет, руда фигня. В общем, все фигня. Один я хороший. Ну... Скажем так себе. 6000. Прикольно. Ой-ой-ой, я что-то не то взял, да? Да, я взял не то. Вот так вот случайно возьмешь не то и будешь потом куковать. Так, что это у нас тут такое? 6400 золота у нас тут летали. Ну, здесь тупик, но мы-то знаем, что это оригинальная гробница, поэтому стоит продолжить поиски. Нет тупика. Ой, вот этот красавчик, ой, красавчик, ой, красавчик, ой, красавчик. Ой, красавчики мои. Так, так, так. Вы поэта. Что его убило? Нет. Что-то у меня тут такой бред происходит, да. Вы, наверное, заметили. Я случайно телепортируюсь, да. Вы знаете, можно телепортироваться случайно. Вот именно со мной сейчас это и происходит. Ох, так. Видите, наемник вздыхает. Я не знаю, как сделать, чтобы он не вздыхал. Ему нужно супер мощную броньку сделать. Чтобы он не вздыхал. А чтобы еще что-то было. То есть, чтобы... Он еще и кого-то убивал, это, наверное... Я даже не знаю, что для этого нужно сделать. Так, интересно, тот хрен, который нас постоянно мочил. Вот он, вот он, вот он, вот он, умри, 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 умри. Умри, 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 умри. Умри, 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 умри. Умри, умер. Все, вроде бы теперь менее все опасно будет. Так, так, Shift 1, Hammer 1, все дела. Так, 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 убиваем. Значит, тут что-то интересное было, да. Вот, военный лук. Военный лук, это что-то очень интересное. К уровню навыков амазонки. Возможно, у меня такого еще нету. Возможно.
Возможно, есть. Да. Так, это тупик, 100%. Да ведь? Да. Значит, чистить не будем. Кстати, можно с оркой даже не телепортаться, а даже бегать. Ну, потому что у нас скорость довольно-таки неплохая бега. Все-таки сапожки вот эти мои новые покруче будут, чем старые. Плюс вот еще стамину нам дали. Так, убиваем срочно. Вот главное найти того, кто их воскрешает, и его убить в первую очередь. Так, так, так. Ага, 18 золота. Значит, вот это дерьмо. И вот это дерьмо. Так. Ага. Так. Умри, 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 умри. Ну, вы понимаете, как это комментировать? Нет, я мог бы что-то придумать, если бы я не был мной. То я бы что-то придумал определенно. Но так как я это я, то я нифига, естественно, не придумываю. Так, и не могу этого сделать. Так, так. Ой-ой-ой, заморозился. Товарищ, живи. Спасибо. Ты задолбал, товарищ. Так, тут эти красавцы. Тут вроде бы все уже сдохли, я не понял. А чё тут тогда такие проблемы у нас? С кем у нас проблемы, а? Почему у меня постоянно здоровье маленькое, я не понял. Спасибо. Блин, у меня эти закончились уже. Зельки. Кольцо там, что-то еще. Шпат, руна неф, руна хел. Мне бы руну ист, блин. Оказалось, что дело в том, что, знаете, когда я навожу на топазы, то мне не показывает, сколько они дают, в общем-то, Magic Find'а. И поэтому я, короче, в щит на Magic Find штуки вставил. И у меня после этого проблемы появились. Ну, то есть, практически все руны из туда ушли. Вот такие проблемы. Значит, что мы берем? Ладно, когда найдем, куда вставлять наш посох королей, тогда и будем думать. Туда как. А здесь, походу, тупик, да. Вот это ради тупика я сюда приходил, вы издеваетесь? Это же реально какое-то дерьмо. Надеюсь, хотя бы здесь где-то будет нужное нам место, так? Ой, что-то мне даже не хочется здесь никого убивать. Так. Ой-ой-ой, что-то дерьмо. Ну, с них хотя бы может что-то выпасть интересное. Вот, зелье восстановления. Точно, мы же хотели. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, сколько тут всего влетает. Ай-яй-яй-яй. Так. Так, 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 так. Ой, ой, ой. Ой, больно. Как больно это было. Станнер какой-то.
О, моего этого убили моментально просто. Короче. А я не знаю, там что-то дальше есть или нет. Если там ничего дальше нет, то зачем мне в итоге что-то вообще там делать? Так. Так, этот иммунен к магии. Ой, тут-то... Тут их много. Так, стойте. Вот этого вот чувака надо убить, иначе он всех воскресит нафиг. Так. Безупречный слизь нафиг. Вот, все, он убит. Теперь вот этого добиваем и все. Видите, я даже без нашего союзничка расправляюсь. Так даже иногда удобнее, но он сейчас вот он абсолютно никакой. На 81 уровне. О, свиток повеления электричеством. Интересно, интересно. Хребтовый кирка-живодер. Серьезно? Кто ты такой? Давай, до свидания. Вот и все. Зелька восстановления сил с него выпало. Нет, там проход дальше есть, кстати. Ну, теперь, я думаю, можно попробовать воскресить нашего чувака. Значит, что за меч? Аристео. Ясно. Это к навыкам ассасина? Не знаю. Давайте продадим, потому что я еще таких столько понабиваю. Туманный взор. Вот это вот интересное колечко. Может, когда-нибудь буду применять. Вот это все тоже сюда скидываем, руны в том числе. Фух, а это продаем. Может, хватит мне на воскрешение? Да, хватит как раз на воскрешение, видите? Получается, что нам даже довольно выгодно туда спускаться и убивать нашего наемника. Это у него, блин, такая броня! Блин, она офигенная! И такой шлем. Больше защиты на шлеме я пока что не видел. И такое оружие с бешеным отжиранием и неплохим уроном на данный момент. Я тоже особо не находил такого оружия. И при этом его постоянно убивают. Что за бред? Как тут вообще играть в таком случае? Так, так, вот эти вот красавцы идут нахрен. Что вы творите? Я не понял. Блин, опять убили его. А, вот этот вот красавчик. Давайте-ка его... Ну, во-первых, портал нужен. Чтобы на случай чего, вдруг нас убьют. Так, так, физические атаки, все дела. Дела. Ну, замечательно. Значит, я не буду его воскрешать нафиг. Когда Дуриэль будет, тогда воскресим. Да, видимо, вот эта вот дрянь, она постоянно всех убивала. Больше я не вижу никакого выхода. Чё он бежит ко мне, я не понял. Он пытается меня отравить, да? Вот говно. Ватное говно. Ужас. Вот откуда вы беретесь? Свиток мерзкого волка. А что, бывают хорошие волки? Интересно, интересно. Я прямо прозреваю. Я с вас прозреваю, вот как это называется. Ну ладно, возьмем деньги. Воскресим, пожалуй.
Так, два, три. Ой-ой-ой-ой-ой! А где ты? Слушай! Чувак! Ты реально упорот! Ты чё творишь? Ахаха! Может, ты его убьешь? Вот этого вот всего говна. Фух, блин, вот это жесть. Сколько я заклинаний, вы видите, сколько я их применяю? Не зря я разделил эту серию на две. Ой-о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 й. Так, 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 так. Shift 1. Потому что я не могу позволить тебе опять умереть. Ты слишком дорого стоишь. Воскрешать тебя. Я могу за эти же деньги с кучу зелий. Вот этих вот фиолетовых сделать. Лучше я потрачу на тебя это зелье, чем ты сдохнешь. Единственный вариант, когда не стоит тратить на него зелье, это когда его убивают с одного удара. Но тогда мы тупо не успеем эти зелья применить. Вот и все дела. Так. Я могу пройти сюда. Не знаю, правда, зачем я хожу, если у меня телепорт есть. Если у меня есть телепорт, почему я хожу пешком? Так, значит, смотрим здесь, что у нас. Так, 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 так. Тут, значит, у нас яд. Не очень хороший яд. Не люблю такой яд. Блин, может, ты будешь регениться побыстрее? И тут самое главное, вообще нифига нету. Ладно. Так, облачная сфера с двумя отверстиями. Ну, может быть, когда-нибудь мы ее будем применять. Но пока что я больше люблю камни Джареда. Но камень Джареда я пока что не находил с тремя отверстиями и с какими-то крутыми бонусами. У меня есть один, который с тремя отверстиями просто. Ой-ой-ой, так. Давайте посмотрим, что здесь находится. Ничего здесь не находится, поэтому... Нафиг идем. И тут, кстати, даже дырка. И долго я должен здесь бродить? Вы издеваетесь? Ладно. Вот это вот сделаем. Так, значит, кольцо. Кольцо, кредит какой-то. Я вроде не брал ничего в банке. Что за кредит? О, во, нашел! Ура, товарищи. Теперь главное не сдохнуть от самого дуреля, когда мы к нему спустимся. А это будет трудно. Не сдохнуть от него. Фух. Но, так или иначе... Вот он наш замечательный. Реген здоровья, 16 к силе. Мана воруемая при анальном порабощении. О, с этой стороны это что-то новое. Ладно, теперь открываем портал и запасаемся зельками. Потому что у меня, как вы видите, вот эти вот зельки для дуреля не подходят. Для дуреля нужны хорошие зельки. А эти зельки не очень хорошие. Так, все, давайте скинем. Нужно много-много полных зелек, чтобы лакать их, не знаю, с нечеловеческой скоростью. Так, значит, раз, два, три.
Значит, что? Где мои зельки? Ой-ой-ой-ой, это не то, совсем не... Слушайте, а что закрыть? Нет, закрыть это я знаю. Нет, не оттуда мы их будем брать. А вот из старых запасов, где-то здесь они были. Вот, 80. Вот здесь вот у меня большие запасы этих зелек. Которые я крафтил из вот таких зелек. Это было очень геморно, хочу вам сказать. А потом оказалось, что эти зельки здесь просто падают. И я, в общем, был разочарован. Вы же понимаете. Это было отвратительно на самом-то деле. Так и так. Всё. О, смотрите, оно прямо на глазах у вас обрушилось. А, тут какой-то подвох. Это проклятые пиндосы тут что-то натворили. Так, стой, стой, стой. Дуриэль. Стой, 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 Дуриэль. Ой, его убили. Так. А, кстати, Дуриэль-то был замедлен. И мы его, кстати, наполовину убили. То есть я помню, на кошмаре его было сложнее убить. То есть он практически не стал сильнее, насколько я понял. Но он мгновенно нашего ваншотнул, короче. Мерка. Это, конечно, плохо, что он его ваншотнул. Но с другой стороны... Какая разница, если Мерк при этом успел пожить немножко? Пару ударов. Если Мерк живет пару ударов, то... Опять ваншотнул? Ты издеваешься? Серьезно? Он его просто ваншотнул с насколько? Это плохо. А что ж мне тогда делать? Так. Блин. Может мне просто вокруг Дуриэля бегать? И тогда он, короче, сдохнет сам. Ну, вы поняли, у меня же это есть заклинание суперское, которое позволяет бегать вокруг Дуриэля. Ой, он ваншотает, смотрите. Хорошо, что у меня скорость быстрее. Моя скорость больше твоей скорости. Так. Так, так. О, почти убит. Так. Есть. Ну, блин, ну Мерк вообще не помогает здесь. Ну вот скажите, как так жить, когда Мерк бесполезен? И Ут абсолютно убогий выпал. Вот скажите, что это за бред? Это такая хрень, извините меня, выпала. Что я не знаю, лучше бы я его и не убивал, наверное. Что я могу сделать для тебя? Блин, с обычных мобов и то получше вещи падают. Ну хотя бы деньги хорошие за эту хрень платят. 53, вроде бы этого должно хватить. Ну вот, в этой серии мы убили Дуриэля, и потом будем сражаться с Мефисто. Тау, раша, тау, раша, тау. В общем, ролик у вас, как прежде, не будет записан, но я его как бы вижу каждый раз, ролик. Хотя, может, в этот раз не будет ролика. Привет, смертный, все дела. Вот, Вуд Галейн. Теперь нужно с Джерином поговорить, а потом плыть в Кураст. И как раз 30 минут получилось у нас на это все. В общем, замечательно. Что я могу сказать? Слава Украине. Очень неплохо. Немногие могли бы пройти так... Да, вражеский дуриэль
лысый и уродливый, как Киселев, или Соловьев, или кто там в пальто в стиле Сталина ходит, был повержен, и теперь мы отправляемся в анальное рабство к самому великому Мефисто, Шойгу. Ладно, ладно, задолбал уже. Ну и вот мы тут, Хратли, все дела. Добро пожаловать в Курас, юная толпа. Немногие охотно приходят. Ладно, ладно, мы все это слышали, вроде бы. Ой, как я ненавижу этот город. Хорошо, что хотя бы органы Халима не нужно собирать. Уже немножко утешает. На маленькую-маленькую капельку утешает. Так, так, так. Ну и да, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, посмотреть мои другие прохождения. И я с вами прощаюсь. Как бы попрощаться? Нужно выучить разные прощания. Goodbye, короче.